Меня вот приглашали в Таиланд драться там с сильнейшими тайцами. Но мне больше нравится кикбоксинг, версия K1. Это почти как тайский бокс. Можно бить коленями, но нельзя бить локтями. И мне это как раз устраивает. Я могу бить руками, ногами и коленями. Но локти уже, ладно, обойдемся без локтей. Потому что локти – это очень опасно в тайском боксе. Ты можешь готовиться месяц-два и пропустить в первом же раунде локтем, и у тебя сечка, и тебя сразу этот врач снимет, и подготовка, все просто так получается. Алим Набиев по прозвищу «Профессор» – титулованный и известный кикбоксер. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, двукратный чемпион Европы, многократный чемпион Украины. На профессиональном ринге провел 51 бой, 46 побед, из них 20 нокаутом и 5 поражений. Сегодня «Профессор» Алим Набиев и другие известные бойцы представляют единоборство кикбоксинг в программе «Время чемпиона». Кикбоксинг – это достаточно молодой вид спорта. Я уверен, что в недалеком будущем кикбоксинг тоже будет очень популярен, потому что это один из самых красивейших, интенсивных видов спорта, где участвуют и руки, и ноги. Термин «кикбоксинг» произошел от английского «кик» – «бить ногой» и «боксинг» – «бокс». В основу кикбоксинга легли такие единоборства, как карате, тхэквондо, муай-тай, ушу и английский бокс. По правилам классического кикбоксинга бой ведется в полный контакт на всех уровнях, то есть удары наносятся в полную силу в голову и в корпус как руками, так и ногами. В кикбоксинге выделено два основных направления – американское и японское. Японская ветвь образовалась, когда в страну восходящего солнца проник тайский бокс, который со временем модернизировался в японский кикбоксинг. Разница там в тайском боксе локти, колени, борьба, вот, прихваты, все это можно. В кикбоксинге этого нельзя, там ручки, ножки, без подхватов, без клинча, вот в чем разница. Даже если судить по баллам, если вот идти, идет бой, да, по тайскому боксу, если ты наносишь удар ногой в корпус, это 2 балла. Это очень эффективно считается в тайском боксе. В кикбоксинге ногой в корпус – это 1 балл. Это не считается эффективным. Там надо каждый удар рукой, ногой, там все по 1 баллу. В тайском боксе есть свои нюансы. Колени, если ты, например, кикбоксер, а я тайский боксер, и мы деремся по правилам тайского бокса. Если я буду бить его больше коленями, то мне дадут победу. А если он будет бить руками, то я все равно выиграю. Правила тайского бокса эффективнее колени и локти. Тот, кто работает больше коленями, локтями и ногами, тот выиграет. А по правилам кикбоксинга наоборот. В 80-х годах 20 века популярность японского направления падает, так как ряд кикбоксеров страны восходящего солнца были замешаны в связях с преступностью. Но уже в 1993 году появляется К1, превратившая японский кикбоксинг в одно из наиболее развитых профессиональных единоборств в мире. Раздел K1, он объединяет множество единоборств, то есть выступают не только кикбоксеры, выступают и представители тайского бокса, кудо, ну и бои без правил, рукопашный бой, панкратион, то есть многие люди пытаются пробовать свои силы именно в K1. Американская ветвь кикбоксинга зародилась в 60-х годах 20 века. Тогда на пике популярности были восточные боевые искусства. Со временем появляются полноконтактные бои, где, в отличие от правил большинства единоборств, отсутствовали ограничения силы ударов, а также были разрешены удары руками в голову. Для этого у бокса были позаимствованы техника и экипировка. Сначала новый вид спорта назвали фулл-контакт карате, однако оно не прижилось. Позже появилось название кикбоксинг, а название фулл-контакт сохранилось, так стал называться один из разделов. Фулл-контакт, это, кстати, раздел такой самый распространенный. Раньше был очень много чемпионов мира. Александр Поветкин, чемпион мира по этой версии. Потом Виталий Кличко, 10-кратный чемпион мира. То есть многие приходят из кикбоксинга. Вот сейчас Алексей Папин, заслуженный мастер спорта, тоже перешел в профессиональный бокс. Я также выступал в фулл-контакт с лоу-киком. Это уже где шорты бьют по ногам. И самый жесткий раздел кикбоксинга считается K1.
Официально кикбоксинг в СССР появился в 1987 году. Это было что-то вроде движения инициативных групп, самодеятельных секций. И уже спустя 2 года на учредительной конференции в Киеве образовался Всесоюзный совет по кикбоксингу. А с января 1990 года это боевое искусство было признано видом спорта. В кикбоксинге можно соединять выступления и в любительском, и в профессиональном кикбоксинге. Любители отличаются тем, что мы приезжаем на соревнования, мы не знаем, с кем мы будем драться. Определенное количество людей собирается, главные там судьи, секретари, получается, проводят жеребьевку компьютером, то есть люди не сами выбирают, кто с кем будет стоять, а по компьютеру жеребий бросают, кто на кого попадает. За турнир можно провести там 3-4-5 боев по любителям, то есть это в защите, шлем, 10-унцовые перчатки, накладки на ноги. А профессиональные бои, они проходят без защиты. Mm-hmm. Перчатки, бандаж и шорты. Заранее знаем соперника, готовимся под него, смотрим его бои. Любительский там больше как-то система такая, что ты больше там должен работать на очки и все такое. А в профессионалах там больше как-то вот все играет роль, жесткость, вот прям вот характер, удары там в профессионале во все, в каждый удар вкладывается. А в любителях он больше такой как-то вот акцент дается, что вот ну, на, чтоб не на все 100%, да, ну, на процент 80, на 70 ударил, и тебе это зачитают, да, тебе дадут за это очко. Профессиональный спорт – это вообще другая история, там совершенно все иначе. Там, когда ты в любителях боксируешь, ты накидываешь там все удары, можешь там по 10-20 ударов сразу же выкидывать. В профессионалах все иначе, ты каждый удар должен обдумать перед тем, как ударить. Профессиональный спорт – это надо не просто так, вот я хочу и я буду боксировать. К этому надо прийти. Дебют советской сборной на чемпионате Европы среди любителей состоялся в 1990 году в Мадриде, где спортсмены заняли первое место в состязаниях по фулл-контакту. Бывало даже сложнее чемпионат России выиграть, чем Европу. Почему? Потому что сама конкуренция внутри страны была очень жесткая, и очень много молодых людей наступали на пятки, и тем самым как раз меня поддерживали, чтобы я был в тонусе, чтобы не проиграл европейские чемпионаты. Когда тебя никто не знает, то дают победу тому, кто дерется у себя дома, или близкие организаторы, там, через, там, например, тот же ученик там, организатора. И в этих случаях надо выигрывать в одну калитку, это надо выигрывать нокаутом. Начал я футболом заниматься, меня отвел дядя. В футболе у меня очень хорошо получалось, но на тот момент у меня не было документов гражданства Украины. Как бы я 15 лет прожил в Украине и начал единоборство тайского бокса тоже в Украине. После этого у меня не было гражданства, моя команда ездила за границу играть, а меня как-то не брали за то, что у меня не было гражданства Украины. Ну и мне как-то желание пропало, потому что никуда на выезд не брали. Я решил забросить футбол и решил заняться просто для себя, чтобы защищать и что-то на улице, чтобы не получать, заниматься тайским боксом. Алим Набиев тренируется под руководством Руслана Кривуши, известного тренера по кикбоксингу украинского происхождения. Их альянс существует уже около 13 лет. Руслан отличает, скажем так, он очень требовательный, справедливый, но очень требовательный и жесткий тренер. То есть я сторонник вот такого подхода. Бойцы у него очень такие перспективные, хорошие, причем он большинство бойцов он с детства ведет, он с 8-9-летнего возраста. Вот Алим Набиев, Рома Маилов, мне кажется, у него там чуть ли не садика, они с ним. В данный момент он как бы является одним из лучших тренеров в СНГ, воспитал очень много чемпионов мира,
Европы, так же само вот по профессионалам. У нас команда как бы профессионалов, можно сказать. У нас тренируются одни профессионалы, все выступают по профессионалам, у всех есть хорошие результаты. У нас команда одна из лучших считается в России, в Москве. Как бы все к нам ездят на спарринги, чего-то научиться у нас, потому что как бы тренер у нас очень опытный. Алим заключил контракт с промоутерской компанией «Корпорация чемпионов», учредителями которой являются боксер Александр Поветкин, боец ММА Сергей Харитонов, а также бизнесмен и боксер Эдуард Филберг. Мы специализируемся на спортсменах, которые выступают в К1 и в тайском боксе. Уже начали подписывать спортсменов из области единоборств, таких как ММА. Ну а в перспективе это также боксеров начнем подписывать. У меня как бы прозвище не зря профессор. Я стараюсь уворачиваться, все время защищаться. У нас 3 раунда по 3 минуты бой длится. Я могу на пальцах пересчитать за 3 раунда, сколько я ударов пропустил. Я стараюсь вообще не пропускать в голову. По ногам бывает, ну, много пропускаю, потому что не успеваю. Все время стараюсь от головы уворачиваться, но в голову мне редко кто попадает. Алим Набиев – звезда мирового кикбоксинга. В год проводит порядка 10 боев по кикбоксингу и тайскому боксу. 6 раз становился лучшим в мире в своей весовой категории. Это при условии, что ему всего 22 года. Сейчас вот уже 3 месяца я не боксировал. Это, с одной стороны, и застой. Я так долго не боксировал. Но, с другой стороны, у меня в том году очень серьезные бои были. Я забрал 2 пояса, титул чемпиона Европы и мира. И я решил сделать паузу. Пять поражений на профессиональном ринге при общем количестве боев 51 – результат, заслуживающий уважения. Причем все поражения Алим получил по очкам. Досрочного завершения боя ни в его пользу не было. Именно нокаутом не было, но нокдауны были. Я дрался с именитым бойцом Джабаром Аскеровым. Мне было тогда 18 лет, и я вышел на замену. Я за полчаса до этого боя боксировал с Вячеславом Большовым, у нас был реванш. Я выиграл, и потом сидел на трибунах, смотрел бои. Были очень известные бойцы, дрались, и Емельяненко дрался, Бадр Хари, там, ну, очень много боев были на организации «Легенда». И ко мне прибегает тренер, а я был на замене в 4-ке, и говорит, что соперник Джабара Аскерова в финале, который должен был драться, Артур Кишенко, снимается. И через 5 минут надо мне выходить в ринг. А я сижу, уже покупался, уже разбинтовался, сижу, смотрю бои. И деваться было некуда, и я пошел, быстренько оделся и забежал в ринг. Но у меня все так болело, ноги все отбиты были после первого боя. И во втором раунде уже увидел, что у меня ноги болят, и начал мне бить по ногам. И все, начал отбивать ногу. Продержался до 3-го раунда, и в середине 3-го раунда, за раунд, если получается 3 нокдауна, то судья уже автоматически останавливает. Ну и 3 нокдауна, мне по ноге стало больно, я не чувствовал ногу, не смог встать, и все, бой как бы считается нокаутом. Однако, несмотря на столь головокружительную карьеру в кикбоксинге, Алим Набиев не собирается останавливаться только на этом виде единоборств. Он вновь напоминает, что ему всего 22 года, и он готов к новым вершинам. Последние 3 года я сделал акцент на руки. Я раньше дрался в стиле тайского бокса. Я работал больше ногами и коленями. Сейчас у меня как-то за последние 3 года как-то все поменялось. Я стал больше чувствовать руки, начал больше передней рукой, все стиль как в боксе. И у меня были планы и по боксу выступить для себя, попробовать, и по ММА выступить как бы. В мае этого года Алим Набиев вновь проведет бой, на этот раз в шоу промоушена ACB. И вновь будет бороться за титул чемпиона мира. Пожелаем ему яркой победы. В следующем выпуске мы продолжим знакомить вас с известными кикбоксерами. Ну, это серьезный титул. Мало кто добивался таких результатов. Как бы я
считаю, что я очень много отпахал. Я вообще меняю категории. Я был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. И в кикбоксинге есть много разделов. Я почти во всех разделах выступал. Ну, это я сделал 2 года назад. Вот. Так как я грузин, я написал на грузинском языке «чемпион». Вот. Ну и боксерские перчатки, так как боец.